Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу с вами поговорить о сухих шампунях, об их действии, о том, для чего их использовать, как они действительно работают. И в данном случае у меня шампуни Батисты. Я попробовала 6 этих шампуней, и действительно у меня же сформировалось какое-то свое мнение про каждый из них, потому что, ну, тестила я довольно-таки долгое время, и у меня каждого осталось не больше, чем, наверное, половинки примерно. В инфобоксе я вам оставлю всю информацию, где именно заказывала. Заказывала, как всегда, наверное, неудивительно для вас будет, на фармакосметике, потому что, на мой взгляд, это действительно один из самых лучших магазинов на российском рынке, интернет-магазинов, где отличное, везде всегда приходит качество товаров, срок годности, то есть нету абсолютно никаких нареканий. Так что, да, я вам советую тоже присмотреться. Итак, давайте поговорим про сами шампуни. Я хочу сразу сделать такую небольшую оговорку. То есть, может быть, кто-то из вас, смотря это видео или видео там других девчонок, думают, что, воспользовавшись сухим шампунем, вы помоете, да, ну в кавычках, помоете свою голову. Конечно же, нет. То есть это не то, что вот помыли голову и все, то же самое действие. Нет. Что такое сухой шампунь? Как он вообще действует? То есть, по сути, я оставлю сейчас ссылочку на свое видео, которое когда-то я делала и рассказывала про оригинальный шампунь Батисты и показывала, прям это было мое первый раз я им пользовалась, и первые мои впечатления, как действует, я рассказывала. По сути, это та же самая присыпка, это, грубо говоря, которую вы наносите на корни головы, и весь жир, все сало как бы впитывается в себя и просто вычесывается это все. Сухой шампунь действует примерно абсолютно таким же образом. Вот у меня в руках в данный момент... Нет, я сначала, наверное, больше скажу, что я еще хотела, и потом про каждый поговорю. Что касается сухого шампуня, то чем он удобен? Во-первых, такой тюбик вы можете кинуть к себе в сумочку, если вы занимаетесь спортом, например, если вы идете в гости и утром вам нужно привести себя в порядок и не будет времени на мытье головы, да и не всегда это удобно делать в гостях, да, то вы просто берете с собой вот такой сухой шампунь, и вы знаете, что действительно вы сможете привести свои волосы в порядок, выглядеть отлично. Кто-то использует сухой шампунь для того, чтобы постоянно делать себе какой-то объем, какой-то начес. И да, в принципе, они действительно пригодны и для этого. То есть использовать можно с разными целями на самом деле, но основная его цель – это быстро, легко, просто привести волосы в надлежащее состояние, чтобы они были свежими, то есть не были... не выглядели, да, вот грязными, когда уже такие обсосыши, как говорится. У кого-то грязнится голова. Вот у меня, например, мне приходится мыть голову сейчас опять каждый день. И если, конечно, я такой вот образ жизни, как у меня сейчас, что я то там, то сям, то это шикарный для меня вариант. У меня каждого шампуня, я сказала, кажется, уже осталось наполовину. Я все попробовала, и давайте поговорим про каждый из них. Итак, первый, это у меня шампунь Батисты тропический, с ароматом кокоса из экзотических фруктов. Что я могу сказать по поводу этого шампуня? У него, вы знаете, действительно аромат, я бы не сказала, что какой-то тропический, но вот кокос 100%. Такой аромат кокосика. Нужно как пользоваться шампунем, опять-таки, и посмотрите то видео, то есть на примерно, даже сзади есть инструкция, примерно на расстоянии 30 сантиметров. Я, например, беру, разделяю каждую прядь, брызгаю, и потом либо я просто массирую руками, либо я вниз переворачиваю голову и начинаю уже прям так сильно, знаете, и массаж получается, кровообращение свое в порядок привожу, и в то же время получается такой объем хороший, и волосы, то есть белого налета, то есть все вот шампуни, кроме одного, про который чуть позже скажу, вот этого вот, они все либо прозрачные, либо с таким прям белым-белым налетом, который абсолютно полностью вычесывается, и у вас не остается никакого там, не знаю, на волосах, если у вас темные волосы, никакого абсолютно белого цвета, или там как будто бы порошок на вас высыпали. Но хочу сразу, кстати, вот что сказать. Все вокруг, что у вас есть,
оно будет с этим белым налетом, как будто бы белая пыльца. Обратите на это внимание, если на вас вещи темные, соответственно, тоже. Вот это, пожалуй, на мой взгляд, единственный такой минус этих шампуней, то, что все вокруг остается вот такого белого цвета, и все. Дальше, значит, что касается именно этого шампуня, да, хотела сказать, насколько их в среднем хватает лично мне. Здесь 200 мл в каждом из них. Мне хватает, если вот учитывать, например, маленький, где 50 мл, мне хватило на 4 раза. То есть я так думаю, что вот каждым из них я минимум сейчас уже 5 раз пользовалась. У меня где-то половина, где-то больше половины. То есть я думаю, минимум на 10 раз хватит. И пользуюсь я нормально, то есть прям так каждую прядочку прорабатываю, не жалею. Этот тропический мне понравился тем, что у него как-то вот поменьше было вот этого вот белого такого, да, налета вокруг оставалось. И действительно ощущения такие освежающие на самом деле. То есть вот этот шампунь тропический, потом шампунь черри с вишенкой. Они вот очень прям похожи между собой по своему действию. Только у этого черри, ну, соответственно, другой, да, аромат. Такой, тоже не сказала бы, что прям вишневый, но приятный довольно-таки аромат. И вот этот весь себум, он действительно отлично очищается. Но это не мои любимчики. Я хочу сказать сейчас про любимчика своего, которого у меня уже почти нет. Я решила попробовать вот такой вот сухой шампунь Батис «Сила и сияние». И, девочки, это что-то с чем-то. Во-первых, он не белый на волосах первоначально. Он как будто бы практически сразу исчезает, будто бы, знаете, я сначала думала, что это кондиционер, потому что у Батисты появились кондиционеры для волос, я думала, что это вот он у меня. Но кондиционер вот у меня тоже есть. Но такого потрясающего эффекта я не видела ни от одного из всех вот своих шампуней-батистов. Чем они отличаются существенно, это тем, через сколько ваши волосы будут выглядеть опять грязными. С этими шампунями, которые вот я вам сейчас показывала, утром нанесла, к вечеру уже волосы, ну, чувствуется, что они опять приходят в свой первозданный вид. Вот. Что касается этого шампуня, и то есть, когда наношу, я не могу сказать, что прям вот я идеально-идеально чувствую, что у меня волосы свежие, чистые, нет. Вот с этим шампунем, это лично на моих волосах, которые жирные очень на корнях, и по длине, в принципе, нормальные, чуть-чуть сухие на кончике. С этим вот шампунем у меня волосы, я только нанесла, у меня ощущение, что я голову помыла. Я, если честно говоря, первый раз делала, я не поняла, я думала, что мне это кажется. Второй раз, третий, да. Вот его я буду брать теперь постоянно, потому что такого эффекта ни от одного из шампуней Батисты лично у меня не было. И я не то чтобы до вечера ходила нормально, я на следующее, то есть у меня вот только сутки могла спокойно проходить, поверьте, испытывала в разных ситуациях, и действительно, вот он прям шикарный, это абсолютный мой любимчик, поэтому я вам могу его посоветовать, надеюсь, что он вам понравится также. А следующий шампунь я тоже когда-то пробовала у подруги, это Fresh, такой идет сухой шампунь, Батист Fresh с освежающим ароматом. Действительно, у него такой освежающий очень из всех вот шампуней, кстати, да, вот этот, он идет без запаха, в принципе. Из всех шампуней Батиста у этого самый-самый приятный, действительно освежающий такой аромат, даже сладенький где-то. Он по действию, опять-таки, не могу отделить его от вот этих вот двух. Все хорошо, нормально, но к вечеру уже волосы как будто бы опять грязные. Поэтому как бы у него такой более короткий срок его действия. Но, в принципе, неплохой вариант. То есть я же говорю про шампуни Батисты, вот мое абсолютное такое откровенное, чистое и, может быть, даже... вспомнила. Вот мое такое мнение, то что они на самом деле работают и хороший вариант, то есть... Для меня это спасение какое-то. Продолжу, наверное, я
нет, скажу, туда-сюда перебираю, про вот этот вот шампунь, который как раз-таки идет для, он это называется сухой шампунь Batiste, темный, Dark and Deep Brown, для брюнеток идет этот шампунь, и когда вы его наносите, то есть в чем его такая разница именно, то, что он коричневого цвета первоначально, вокруг вы ничего не пачкаете, на волосах он у вас сразу такого цвета, но... Если даже, как нарисовано здесь на картиночке, вы начнете вот так вот пальчиками, ногтями, руками массировать голову под ногтями, на руках, у вас будет коричневый налет. И это будет не только сразу после того, как вы нанесли, но, к сожалению, это будет все время в течение дня, если вы будете трогать свои волосы, у вас будет оставаться что-то такое коричневое на руках. Поэтому... Я поняла, что в принципе вот такие шампуни больше я не хочу пробовать, не хочу брать для своего цвета волос, потому что я уже сказала, что вот все отлично вычесывается, не оставляю абсолютно никаких следов на волосах. Но в качестве эксперимента было интересно попробовать. Если не пользоваться руками, не использовать, а только расческой, то в принципе да, здорово, то что не надо тратить вообще времени на то, чтобы вычесывать. Моментально буквально там расческа если провести... Особенно с натуральной какой-нибудь щетиной, то все, вы все абсолютно вычешете. Так, и последнее, что я тут, понимаете, еще себе делала пометочки про каждый из них, чтобы не забыть, не перепутать свои эмоции. И дальше как раз-таки я хотела попробовать, увидела такую новинку, сухой кондиционер разглаживающий, вот в такой вот бело... вернее, серебряно-розовой упаковочке. У него аромат, кстати, не помню. У него, по-моему, нету толком так никакого аромата. Ну да, он, в принципе, как стандартно все шампуни и пахнет. И по действию, то есть я думала, чем-то кондиционер будет отличаться. То есть его, по идее, можно, вот даже если посмотреть на то, как на картиночках, его можно наносить на всю длину. То есть, как бы в основном вот эти шампуни, они на корни рассчитаны. То есть на них написано, что на расстоянии 30 сантиметров наносите на корни. Здесь же на длину и кончики волос. То есть основная разница шампуня и кондиционера состоит в том, что шампунь мы наносим на корни, длину не трогаем, а кондиционер мы можем наносить по всей длине. Но лично у меня такой проблемы нету, чтобы у меня там грязные были. У меня только корни грязнятся моментально, а все остальное нет. Но было интересно попробовать, потому что, в принципе, его действие тоже отлично. Он хорошо вычесывается, приятный аромат. То есть все-все-все в этих шампунях. Вот, ну, я не могу поставить никакой такого, какого-то минуса существенно, сказать, что что-то в них не так. И вот у меня случайно затерялись. Я, конечно, шучу. В общем, я хотела кого-то, возможно, познакомить с этой маркой, кому-то достанутся, может быть, они повторно. Как вы понимаете, я хочу устроить такой мини-конкурс вот с такими небольшими для вас подарочками. Это будет два шампуня. Я скажу вам честно, когда я заказывала, просто я не была знакома с этими всеми, и я до этого пробовала только оригинальный и только вот этот фреш. Я и хотела взять то, что я знаю, чтобы не проводить такой эксперимент, боялась, что вдруг что-то мне не понравится. Поэтому вот эти вот малютки, вернее, это полноразмерный вариант этих шампуней, оригинальный и фреш, пойдет кому-то из вас в подарок. Итак, конкурс продлится у нас 2 недели. Ровно через 2 недели я подробно напишу в инфобоксе, какого именно числа вы сможете увидеть результаты, кто может участвовать. Принимает у нас участие только Россия, простите, все, кто за рубежом, девчонки, ну, пока так. Принимает участие у нас только Россия, все, кому более 14 уже исполнилось лет. И какое условие? Просто пишем комментарии, пробовали ли вы эти шампуни, какое ваше мнение, какие ваши любимчики, что вы вообще думаете, либо если не пробовали, почему вам хочется познакомиться с этой маркой шампуней. Так что 2 этих красавца ждут кого-то из вас. Я хочу поблагодарить вас за просмотр, за то, что вы были со мной. До новых встреч. Пока-пока!